дарики. Малики, дарики. Малики, дарики. Малики, дарики. Малики, дарики. У-ху! Малики, дарики. У-ху! Малики, дарики. У-ху! Малики, дарики. Чистота. Это сюда, это так. Последняя деталь, и мотоход готов. Пропала. Была же тут. Надо в шкафу посмотреть. Кошмар! Бардак! Надо бы навести тут чистоту. Либо придумать того, кто это сделает за меня. Робокрап, сделай, чтоб в доме стало чисто. Гримб, привет! Вот тут снова... Сломался? А ну-ка, дай сюда. Только осторожно. Он не работает. Еще как работает! Отличный мотоход. Вообще-то это пылесос должен был быть. А, пылесос. Теперь пылесос. Смотри, горошек. Мой новый робот-уборщик. Эй, я тебе не мусор. Я за помощью. Вот мы и сошлись, якорями, капитан Шуши. Где наше золото? Я все потратила. На леденцы. 1000 горбатых моллюсков. Летит на всех парусах. Где? Ребята, ребята, робокраб схватил Гримба. У него дома, в шкафу. Перевожу. Новое изобретение Гринба сломалось и запихнуло его в шкаф. Разрази меня, Планктон! Надо его спасти! Скорее! Я за Ланой и Руру! Это робот? Он что, сломался? Робот навел порядок внутри, а после, похоже, пустил пузыри. А вот сам изобретатель. О, работает! Пузыречки! Робот атакует! 1000 горбатых моллюсков! Помогите! Мы сами. А можно нам выйти? А Гринбота молодец. Хорошего робота сделал. Может, так и оставим? Смотрите, как чисто. Да я шучу, шучу. Нужно этого робота как-то отвлечь. Он явно не любит беспорядок, как и я. У меня есть идея! Эй, Чистюля! А ну-ка догони! Смотри, какой беспорядок! И тут, и там! Все на выход! Вообще...
есть их везде. Нужно устроить полнейший хаос. Не хаос, а творческий беспорядок. Эй, крабик, а ну-ка убери здесь. Пузыречки, пузырьки, смотри, как тут грязь. Убери это скорее. И раз, и два, и три. Жились, Яков, забери там все здесь. Та-та-та, получи. Скорее, включайте его. Все спасены. Но в доме снова полный хаос. Это не хаос, а творческий беспорядок. О, эту деталь я как раз искал для своего мотохода. Ну вот, снова пропала. Ну а теперь за уборку все вместе. Спасибо вам, друзья! Теперь я быстро доделаю мотоход для конкурса. Вот увидите! Я так рада! Мы молодцы! Так, где моя деталь? Как тут чисто? Ничего не найти. Ладно, это не хаос. Знаю, знаю. Это творческий беспорядок.